Здравствуйте, меня зовут Лера. В своей жизни я столкнулась с очень тяжелой ситуацией. Я родилась в теле мужчины. Но в этот тяжелый путь со мной был всегда только один человек. И это моя мама, моя супермама. Я ее очень люблю. Поэтому будьте суперродителями для своих детей. Это очень важно. Действительно очень важно. Нужна всегда поддержка и любовь. Спасибо.